Данный робот называется Микано Масауру. Он пришел к нам из США. Он может ходить. Данные роботы, они достигают до 92 сантиметров. Также он может отвечать на ваши любые поставленные вопросы, которые будут отвечать на ответ «да» либо «нет». Тебе нравится здесь? Американский робот-динозавр знает, как поднять настроение, с легкостью отвечать на вопросы, но если что-то идет не так, может и укусить, что и свойственно поведению динозавра. На крупнейшей передвижной выставке порядка 50 роботов из разных уголков мира – Канады, США, Японии, России, Великобритании, Индонезии. Координаторы проекта говорят, что выставка не случайна, это большая площадка технологий будущего. Прогресс показать том, то, что кажется, что о, роботы типа, так далеко, типа это как меня не касается. Вот. Роботы это у нас везде, они находятся в производстве, в промышленности, они в жизни у нас то же самое, то, что те же самые смартфоны, это уже те же самые роботы. Среди электронных машин дроиды, кот, собаки, рыбы, динозавры. На любой вкус. Умные, милые, миниатюрные и крупные. Каждый экспонат по-своему уникален и удивителен. К примеру, этот робот-бармен имеет три основные функции. Может сам выпить приготовленный напиток, либо угостить вас, может увлечь непринужденной беседой. Организаторы утверждают, что, возможно, вскоре в ресторанах и кафе вас будут встречать именно такие роботы. Технологии. Это технологии. Это все технологии. Мы живем в мире цифровых технологий, и это интересно. Не стоит застревать, потому что прогресс идет семимильными шагами. С роботами можно играть и разговаривать, фотографироваться. Все эти шедевры – технические достижения человека. В основном интеллектуальные способности машин предназначены для того, чтобы помогать человеку в современном мире. К примеру, эта модель прибыла к нам из Гонконга. Уникальный человекоподобный робот, разработанный специально для семей. Наделен искусственным интеллектом, что позволяет ему общаться со своим хозяином. Он умеет танцевать, играть в футбол, заниматься йогой и даже отжиматься на одной руке. Это главный герой «Звездных войнов» R2-D2 робот. Он приехал к нам из Америки. Таких роботов, как он, очень-очень мало, и это коллекционное издание. Он понимает английский язык. В принципе, если бы была здесь тишина, он бы смог у нас побегать, попрыгать, походить, покружить головой, даже потанцевать. Но так как шумно, мы можем с ним только поговорить. Наверное, давайте попробуем. Hello! How are you? Do you like to be here? Ну вот что-то в этом роде. Прикоснуться к технологиям будущего, которые уже давно меняют нашу жизнь, можно в течение месяца.